земля, ставшая наградой за доблесть. Именно так Кубань преподнесла когда-то казакам Екатерина Великая. Однако теплый, благодатный край, в котором живут сегодня в достатке и благополучии тысячи людей, и частью которого является Северский район, достался казакам не таким благополучным. Смогли, пустили корни, полюбили всей душой, как только может полюбить казак. После вихря Кавказской войны одна за другой рождаются станицы – Северская, Азовская, Калужская и многие другие. В XIX веке они подчиняются еще разным окружным центрам. Век 20-й приносит перемены. И снова непростое время, закончившееся тем, что казачий край становится частью страны Советов. Впервые Северский район как административно-территориальная единица был создан 2 июня 1924 года в ходе масштабной административной реформы в СССР. В это время формируется Краснодарский край. Северский район на тот момент состоял из 16 сельсоветов, около 70 тысяч человек населения. Перед началом Великой Отечественной войны здесь активно развивается сельское хозяйство, процветают колхозы. Однако пришедшая беда, до сих пор отдающаяся эхом фашистских сапог, поставила на долгую паузу все, чего удалось достичь. На редких фотографиях в Северском историко-краеведческом музее лица и имена тех, кто жертвовал всем ради спасения родной земли. Жители района сполна познали ужасы оккупации и героически сражались за победу и будущее. Сегодня мы с благодарностью склоняем головы перед ветеранами, совершившими бессмертный подвиг. Сил вам и долгих лет жизни под мирным небом, которое вы когда-то подарили миру и стране. После Великой Отечественной пришлось все отстраивать и поднимать. Тем не менее, эта война так и осталась не до конца зажившей раной, лишь прикрытой повязкой. Под ней все так же иногда кровоточит. В 1963 году Северский район был упразднен, а территория включена в состав Крымского. Но спустя пару лет, в 1966-м, его вновь восстановили как административную единицу. В 2005 году сельские округа преобразовали в 12 городских и сельских поселений. В 2006-м Совет муниципального образования утвердил геральдику района, герб и флаг. Время идет, создавая новые реалии, и Северский район тоже движется вперед, в ногу с ним, не забывая при этом о старых ценностях и ориентирах. Сегодня муниципалитет является лидером среди районов Кубани по промышленному производству. На территории успешно работают два нефтеперерабатывающих завода, открываются предприятия. Высокими темпами развивается пищевая и химическая промышленность, потребительская сфера, сельское хозяйство. На полях района выращивают зерновые, колосовые, зернобобовые культуры, рис и подсолнечник. Растет поголовье крупного рогатого скота, развивается садоводство и овощеводство. Наши аграрии удостаиваются краевых наград за высокий профессионализм. Мы активно участвуем в федеральных и краевых программах. Строятся новые школы, спортивные объекты, фельдшерско-акушерские пункты в небольших станицах. Ремонтируются и модернизируются социальные объекты. С каждым годом облик поселений района преображается. Строятся новые парки, скверы, детские площадки. 29 школ и 27 детских садов продолжают свою работу даже в самых отдаленных населенных пунктах. Ежегодно на капитальные ремонты образовательных учреждений выделяют большие деньги как из краевого, так и из местного бюджетов. Высокий уровень наших педагогов регулярно подтверждается победами в конкурсах различных уровней. Успешно функционируют учреждения дополнительного образования, более 50 клубов, библиотеки, музеи. Северский район привлекателен не только для инвесторов. Ежегодно сотни россиян выбирают его местом постоянного жительства. Находясь в максимальной близости от краевой столицы, мы можем наслаждаться видами плодородных предгорных земель, ласкового кубанского солнца, горных красот. Сегодня это территория огромных возможностей и будущего, залогом которого является подрастающее поколение. Мы вновь живем в нелегкое время, в условиях, когда страна должна отстаивать свои интересы и целостность.
Жители Северского района, сплотившись, оказывают помощь фронту и верят в лучшее, верят в победу, приближая ее собственным ежедневным трудом и непоколебимым оптимизмом. С днем рождения, уникальный, плодородный, щедрый, добрый, многонациональный район. С праздником всех, кто называет эту землю родиной, кто сеет поля, воспитывает будущее поколение, печет хлеб, стоит у станка или сражается за правое дело. Даже в тревожные дни мы уверены в будущих победах и благополучии. Любуйтесь зелеными травами, величием гор, улыбайтесь кубанскому солнцу. 100 лет – большая дата, но муниципалитет еще молод, и впереди нас ждут новые высоты и свершения.